Электрический чайник из стекла и нержавейки для домашнего использования. Сегодня знакомимся с электрическим чайником Bosch TWK7090B. В комплекте помимо самого устройства есть подставка, инструкция и гарантийный талон на год. Корпус чайника сделан из стекла и нержавеющей стали. Благодаря универсальному дизайну прибор подойдет к любому интерьеру кухни. При закипании стенки чайника нагреваются. Следует быть аккуратным и не дотрагиваться до них. Брать чайник лучше за термостойкую пластиковую ручку. На ней же находится кнопка открытия крышки. Кнопка включения чайника расположена снизу. Рядом с ней есть световой индикатор, который загорается при работе устройства. Объема в 1,5 литра хватит для семьи из 3-4 человек. Воду можно заливать и через широкий носик, в котором предусмотрен съемный фильтр от накипи. Также в чайнике есть мерная шкала, нанесенная с обеих сторон. Мощность в 2200 ватт позволяет вскипятить полный чайник всего за пару минут. Как и все современные чайники, этот вращается на подставке на 360 градусов. А еще в подставке есть катушка для удобного хранения шнура. Прибор автоматически отключается при закипании, а еще он оснащен защитой от перегрева. Если в чайнике нет воды или ее недостаточно для кипячения, он попросту отключится. Для удаления накипи производитель рекомендует использовать столовый уксус или специальные средства для чистки чайников. Корпус чайника лучше протирать влажной мягкой тканью. Итак, электрический чайник Bosch TWK7090B из стекла и нержавейки подойдет для дома или дачи. Он оснащен съемным фильтром от накипи, двухсторонней мерной шкалой и защитой от перегрева. Благодаря высокой мощности прибор быстро вскипятит 1,5 литра воды.